Ольга Белухина проживает в кирзаводе номер 6 уже почти полвека. Рассказывает, когда предприятие «Гигант» кирпичный завод еще работало, во всем поселке был порядок. Но у всего есть срок годности. Со временем жить здесь стало сложно. Большинство домов барачного типа с удобствами на улице. Один из туалетов в аварийном состоянии. И жители уже устали жаловаться. А вот этот вот туалет, у нас их три на поселке. Вот этот вот самый страшный, который остался. Он разваливается буквально, и мы боимся, что дети туда просто забегут, и он обрушится или провалится вообще туда. Своими переживаниями люди поделились с главой города Еленой Лапушкиной. Туалет решено закрыть и привести в порядок. Но это не единственная проблема, которая беспокоит людей. Жители пожаловались на незаконную стройку на побережье озера Гатное. Елена Лапушкина дала поручение следить за развитием событий и не дать начать строительные работы. Тут прям отслеживайте, полиции сообщите, письмо напишите о том, что тоже есть какие-то... Местные жители очень ждут ремонта дороги. Сейчас по ней ходить затруднительно. Ямы и ухабины, а в дождь нужны резиновые сапоги, негодуют люди. Осложняется все тем, что это единственный путь до остановки, где детей забирает школьный автобус. Мало того, что внутриквартальная дорога оставляет желать лучшего, так еще и тротуара вдоль трассы попросту нет. Давайте, потому тротуар, Сан Саныч, не обсуждается, в этом году отсыпаем и делаем. И запланируйте от тротуара, вот где мы зашли с вами, и дорогу вот эту самую широкую до конца надо сделать. Сейчас мы с вами отсыпаем крошкой, но качественно отсыпаем. На следующий год. На следующий год мы с вами проектируем, ставим фонари и делаем вот этот нормальный тротуар и дорогу, где колодцы провалены. Жители также попросили установить дополнительные детские площадки. Учитывая активность людей, проживающих в поселке, в частности их усилия по украшению дворов яркими неординарными клумбами, им предложили участвовать в программах формирования комфортной городской среды и содействия, с помощью которых можно получить средства на строительство новых детских и спортивных площадок и еще больше преобразить двор. Мария Левина, Максим Гусев, «События».